тебя, приветствую всех. Мы сегодня будем готовить баранья ножка с турецким пловом. Настоящая мужская еда. Поехали. Этот лишний жирок убираем. Для маринада ножки примерно вот сколько добавляем соли, черного перца. У нас есть еще острый перец. Вот это паприка красный сладкий. Добавляем кориандр. Изюм. Добавляем кунжутное масло. И можете подсолнечное, можете оливковое масло сделать. Ставим 180 градусов время. Вообще-то 3 часа должен жариться здесь, там 2 часа и еще на час.
этот видео. Подписываемся, ставим лайки, оставим свои комментарии.